Мы сегодня поприсутствовали, мне кажется, на очень важном и знаковом событии. Сегодня мы выпустили в живую природу, адаптировали 4 соколов пустельга и 2 уток кряква. Я считаю, что вот такое тут для нас, наверное, не первое мероприятие, но и очень полезное. И сердце мое переполняется радостью. Объясню почему. Мы с вами живем, на мой взгляд, в одном из самых красивых городов на Земле, в котором практически отражены все грани. У нас есть уголки, скажем так, нетронутой природы, девственной природы. У нас водятся с вами дикие животные, в том числе и на территории Старой Москвы. Сейчас с присоединением Новой Москвы, вот на территории, в которой мы находимся, мы видим вообще, что здесь есть практически заповедные участки, где обитателям живой природы, дикой природы, очень комфортно. Ну и есть контраст, но вот именно за счет этого контраста москвичи выигрывают. То есть у москвичей есть практически все, весь спектр. Живя в крупном мегаполисе, живя в городе, имея в центре, допустим, общественные пространства, пешеходные зоны. Может быть, зачастую где-то на загазованных магистралях и деревья уже, где некуда высадить, как, допустим, на Тверской, мы их высаживаем в катках. Но в любом случае уголки зелени мы создаем. И вот, отъезжая там 40 километров от центра, мы попадаем в оазис живой природы, где практически ничего не тронуто, ни жизнедеятельности у человека. И вот за счет вот этого вот балласта, на мой взгляд, Москва имеет очень большое будущее и большой потенциал. Ну а ту работу, которую мы сегодня, скажем так, начали, мы ее будем продолжать, потому что очень много, высока активность наших жителей, нам звонят на горячую линию. Люди переживают за диких животных, за птиц брошенных, либо за раненых. Я считаю, что это очень хорошо, и если человек, городской житель, проявляет вот такую вот любовь к живой природе, это очень хороший сигнал нам, экологам, что мы находимся на правильном пути. Ну и то, что надо беречь природу в любом случае, да, неважно во всех, наверное, ее проявлениях, птицы ли это, либо это какие-то дикие животные, это какие-то экзотические животные, которые, опять же, в угоду эгоизму человека из дикой природы добывают в той же самой Африке, Латинской Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и привозят сюда. Я думаю, что вот как раз сегодняшняя акция, она и показывает о том, как трудно, наверное, изъять из дикой природы животное легко, а вот вернуть его туда очень трудно. Вот мы убили практически 4 месяца для того, чтобы маленьких птенцов вот сейчас как-то адаптировать и выпустить их в живую природу. То есть с ними работали профессионалы, на это были затрачены серьезные силы, серьезное время, ну, естественно, средства в том числе. Поэтому сегодня всех поздравляю, давайте продолжать, давайте смотреть на наш многогранный город, жить в нем, ну и самим становиться многогранными, наверное, более толерантными, более терпимыми, ну и думать все-таки не только о себе. Вот это вот чувство эгоизма, я думаю, что его надо изживать, думать все-таки об окружающем мире, о нашем городе в том числе.